Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, доставайте свои жилетки. Вы спросите, зачем? Я буду плакать, последнее задание, Кузьмич, что в селе творится-то? Ребят, небольшой спойлер, это не последнее задание, у нас еще также будет дополнительное, секретное. Вот, но давайте не будем забегать тебя вперед. Здравствуй, моя хорошая, Юрико Омега нам посылала, обалдеть. Последнюю встречу я проиграла. Но теперь у меня есть мобильная крепость. О, не знаете, что это? Знаю, знаю, к сожалению. Ничего хорошего, ничего хорошего. Так и иначе, ребята, билд, 4 казармы, электростанция, все как обычно, все по стандарту. Поэтому за это даже переживать не стоит. У противника появляются мобильные крепости, пожалуйста. Просто куча. Разумеется, мы ничего с этим поделать попросту не можем. А зачем? Зачем нам что-то поделывать? Мы добегаем до базы противника и начинаем ее убивать. Но опять же, это я забегаю вперед, это будет через пару минут, не более того. Нихера себе, а? Я тоже так хочу. Нихера себе. О, вау, вау. Наши казармы двигаются мимо мобильных крепостей. И даже если они начнут стрелять, они попросту не попадут. Поэтому даже за это переживать не стоит. Но так или иначе, мы уже двигаемся на базу противника. Я местами переживаю, потому что если эти мобильные крепости пойдут в сторону нашей базы, то это закончится очень быстро и неприятно. Поэтому двигаемся дальше. Разумеется, вы уже догадались, что сегодня построим побыстрее наших бойцов и противника побыстрее, опять же, уничтожим. У нас такая небольшая разминка с противником вышла. Она пошла строить верфь. Мы тем временем строим казармы, и поэтому баш на баш, да? Во, давайте заказывать наших бойцов. Строительство завершено. В принципе, за верфь я не переживаю. То есть, получается, может быть такое, что она, допустим, уедет своей верфью, и тогда нашими бойцами достать ее будет, ну, попросту невозможно. Но, так иначе, давайте уже пойдем в атаку, нахлобучим у нее здание, и тогда уже можно будет двигаться на ее базу. Она уже там спокойно развивается. Она, похоже, не видит, что есть 4 казармы, как бы. У нее, видишь, у нее есть мобильные крепости, поэтому она особо не заморачивается. Во, неужели? Давайте двигаться дальше на базу противника. В принципе, ребят, я особо не переживаю. У нас целая толпа наших бойцов, поэтому просто двигаемся дальше и получаем удовольствие. Обалдеть, защитные сооружения тебе, пожалуйста. Зачем? Почему? Расслабься. Ты че? Все хорошо. Двигаемся дальше и убиваем войска противника. Вот, давай, на шару просто на шару. Не, она спокойно развивает там свою базу, строит электростанции. Она вообще, походу, не понимает, чё да как да почему. Ты чё, мать, акстись? Зачем, почему? Не надо. Расслабляйся и получай удовольствие. Какого чёрта? О, неужели? Остается буквально пару зданий, но опять же нужно также пожамкать базу и так далее. Пожалуйста, там нанокомпьютер уже стоит, а это значит, что дота у нее уже не тормозит. Что, разумеется, хорошо. Для нее, конечно. Давайте разводим наши войска и просто наблюдаем то, как база противника уничтожается под нашим натиском. О, давай, парни. Ага. Двигаемся дальше и, похоже, последнее здание. Только не это. Что ж, забирайте крепость. Она мне не нужна. Да мне, собственно, тоже. Мы получили линкоры императора, а большего и не надо. Ребят, я с вами не прощаюсь. У нас есть еще видеоролик, и тогда уже будем с вами общаться, прощаться и так далее. Весьма впечатляюще. Буду с вами откровенна. Мы не рассчитывали, что вы справитесь так хорошо. После смерти нашего директора многие из акционеров опасались наихудшего. Надеемся, что вы примете наше щедрое предложение. Я навещу вас сегодня вечером, чтобы обсудить детали. Пока же представьте наши возможности. Представьте, чего мы сможем добиться в будущем. А ты меня заводишь? Поздравляю, превосходно, вы завершили прохождение режима состязаний и теперь назначены на должность президента компании Future Tech. Соответствующие привилегии, богатство, частные самолеты. Ребят, на самом деле, если вы пройдете Реталя 3,
Вам даже на улице никто руку не пожмет, потому что вы нахер никому не нужны, то, что вы прошли там состязания, испытания. Тут, разумеется, вам говорят, типа, богатство, самолеты, яхты, там, девочки и все такое. По факту, ребята, мы знаем, чем это все заканчивается. Ты сидишь толстый, с газировкой, в очках, прыщах и так далее. Я просто по себе говорю. Часто такое бывает. Ладно, мои хорошие, давайте прощаться с вами до следующего задания. Оно уже будет последним. Там уже пообщаемся, подведем итоги и так далее. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива. И в конце я хотел бы поставить ведущую с японского канала про погоду. Просто чтобы было няшно. Няшно, розово, пушисто и так далее. Пока-пока. Сумму, 気をつけてお過ごしください. ではおやすみなさい.